привет, это «Струнадёры», давайте смотреть такой в усмерть уколхоженный PRS McCarty Soap Bar. Вообще, я совершенно не фанат этих гитар, но вот парочка инструментов, которые у меня тут были, мне, в общем-то, как бы, что называется, зашли. Вот, один был модель, по-моему, 305-й, с тремя синглами, очень интересная гитара, ушла очень быстро. Вот, а это у меня осталось, я пока сам с ней развлекаюсь. А вот по части апгрейда или по-нашему колхоза, эта история заслужит отдельного повествования, поэтому я немножко на этом остановлюсь поподробнее. Но я думаю, что это будет не безинтересно. Значит, ситуация такая, то есть, изначально модель McCarty Soap Bar, у нее есть, по-моему, и номер, значит, это, ну, обычный такой Ted McCarty PRS, да, не топ-10 такой, ну, как бы, не самый топовый, вот такой сзади, то есть махагоневый корпус, вот такие колки, вот серийный номер здесь, значит, вот, и вот такой кленовый топчик, и две, собственно, мыльницы в формате, ну, вот, знаменитых P90-х, то есть два P90-х сингла, все. Но, видимо, владельца этот момент не устроил, и он сюда поставил датчики другие, по-моему, он ставил рельсовый Bill Lawrence, один XL500 вот сюда, а второй был вообще вот в формате мини-хамба, так что здесь даже претировать ничего не пришлось. Но, должен сказать, когда эта гитара попала ко мне, мне эта вся история не очень понравилась, как бы я не скажу, что я там ничего плохого про Bill Lawrence не скажу, но мне показалось, что как-то немножко плосковато он звучит, и я решил провести следующий эксперимент. Значит, у меня был вот такой лихой хамбакер, опять же, в формате мыльницы, это называется DiMarzio 209, по-моему, датчик, вот. А здесь уже вот место было немножко выфрезеровано, чутка-чутка, чтобы вылезал обычный хамбакер. И я поставил сюда еще один DiMarzio. Не помню номер какой-то, но, в общем, стандартный хамп. Вот, кроме этого, значит, бридж был заменен на бридж системы Wrap Around, по-моему, это называется, когда струны проходят вот так. Значит, здесь родной у них тоже, в общем, достаточно убогий. Ну, PRS все знают. Этот чуть менее убогий Wilkinson, потому что здесь хоть чего-то можно подкрутить. В общем, если заморочиться, можно поставить и более, как бы, серьезный бридж, и не очень дорогой. Там Хоска, например, какой-нибудь ставил такие на гипсона, когда можно уже там мензуру каждой струны выстраивать. Хотя здесь, в общем, все, по-моему, вполне нормально. Вот эта ручка тембра. На нее мы навернули пуш-пул, и, соответственно, она может отсекать оба хамбакера в синглы. И вот эта ручка, и вот эта переключалка-тыкалка, видимо, она была, по-моему, здесь или здесь. Ее воткнули вот сюда, очень аккуратненько здесь сделано. В общем, то есть никаких... Я так сходу даже и не заметил. Только потом понял, что изначально этой ручки... эта ручка не на месте своем стоит. Но сейчас, в общем-то, вот она переключает датчик. Вот, собственно, и все перетрубации, которые были сделаны. То есть... на сейчас получили, ну, я считаю, что достаточно такой пробивной инструмент с ровным, хорошим звуком, с хорошим сустейном, со всеми делами. Ну, вот такой еще и красивый ко всему. Вот. И, кстати, вот эта определенная жирность этого инструмента, это еще за счет достаточно такого толстого грифа, то есть а-ля такой Les Paul, да. Вот, давайте вот сейчас послушаем эту гитарку на чистом звуке, я то что-нибудь поизображаю в комбик Fender Blues Junior. Thank you.
честно говоря, очень доволен тем, что получилось. Ну, на мой взгляд, хорошо. Опять же говорю, что я не любитель PRS совсем, да. Но в данном случае я считаю, что, в общем, получился, универсальный инструмент. Ну и как бы все положения оправданы, все положения интересны. Здесь так глуховато, так по-сантонически можно. Сустейн у нее во всех положениях очень хороший, очень ровный, протяжный. Вот, красивый, без всяких там артефактов. Вот, ну и как бы, да. Ну и птицы летят все куда надо. Вот почему у них птицы, если смотреть на гитару, летят башкой вниз, я до сих пор не понимаю. Вообще, по идее, должны лететь башкой вверх. Но, возможно, они выходили из звуковой картины. То есть низ это вот здесь, когда низкий звук, вверх это вот здесь. Поэтому в таком раскладе птицы летят куда надо. Они летят вверх. Вот, давайте сейчас послушаем эту гитарку на... Я подключу педальку E-Drive, и с драйвом тоже попробую что-нибудь поизображать на этом чудесном PRS McCarty, Ted McCarty. Собственно, вот, достаточно терзать замечательную гитару, вот, значит, она в прекрасном совершенно состоянии, еще раз говорю, то есть ни сколов тут, ни косок, ничего, ну, есть тут немножко, вот тут чутка, тут что-то, царапки какие-то сзади есть, но совершенно ничего критичного. Вот, инструмент интересный, инструмент красивый, инструмент звучащий, вот, инструмент в лавке продается, обменивается, опять же, с продажами сейчас, конечно, будет непросто, но обмены рассматриваю все в пределах разумного, можно поменять на гитару попроще с вашей доплатой, можно поменять на гитару более понтовую с моей доплатой, это все обсуждается, как бы. Вот другой вопрос, что, конечно, сейчас с рассрочками все не так красиво, как раньше, но, опять же, для тех, кого я знаю и с кем мы там общаемся, опять же, можно, как бы, это все дело обсуждать, там, как-то договариваться. Все равно надо продолжать заниматься тем, что нравится, тем, что, в общем, любишь, получается так, с тем, что получается там по мере сил. Так что, вот, лавка продолжает работать. Я вот с сегодняшнего дня продолжаю писать всякие, записывать всякие ролики, демонстражки. Так что, что называется, welcome. На этом откланиваюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.